Меня зовут Давыдова Ирина Николаевна. Я исполняю обязанности начальника управления соцзащиты населения Овидиопольской РГА. Начисление детских пособий мы провели. Заказали необходимые суммы по всем видам социальных помощи. Деньги пришли, финодели на счетах. Дальше мы ничего сделать с ними не можем. Ведомости отпечатаны, по банкам мы разнесли. Все. Чтобы провели финансирование денег, нужен або голова райдержадміністрації, або виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації, щоб довідки підписати на казначейство. Нам елементарно даже финодел не может управлению перечислить деньги. А вот скажите, это правда, что даже зарплаты не получает администрация? Ни администрация, ни відеосвіти, ни медицина. Ну, поверьте мне, без подписи главы администрации. Не только зарплаты. Конечно, знаю, чем же. И коммунальные мы не можем проплатить, учителя ни льготы, ни субсидии, абсолютно ничего, ни одного вида помощи.